Всем привет, с вами канал Артмани. У нас есть фонари во дворе. Че, серьезно? Я никогда их не замечала, особенно вот эти два, вот там третий на дороге там где-то виден. У нас время 10 уже с чем-то, а тут светят фонари. Вот они. О, перегорел один. Блин, серьезно, я никогда их не замечала. А когда мы гуляли, я видела столб, но сколько я на улицу уже смотрела, и летом, вот, ну, летом, не знаю, и зимой, вот, я вообще их не замечала. А я подхожу к батюшке, не пойму, а что у нас фонари появились? И вспоминаю, что на детской площадке видела столбы какие-то, что там вроде как фонарь, но как они горят и что они существуют у нас, я вообще не видела. Блин, реально, это полная неожиданность с утра мне. Дима играет. В другую? А, в эту, да. Вот, посадил. Да, Димочка? Тоже посадишь, да? Только не ломай ее, не надо. Сломаешь ее. Я тогда уберу ее сейчас. Не представляете, что я тут сижу делаю. Циферки. Счет. Короче, я вдруг подумала, что я хотела узнать в день жизни Димин 888-й день. Когда это будет и что он в этот момент будет делать. Вот. Ну, когда он еще только родился, и потом я забыла. Сейчас я вспомнила. Думаю, надо посчитать. И в итоге он, оказывается, уже прошел. Вот. То есть сегодня, вернее, сегодня, а завтра, 31 января, ролик выйдет позже, будет 927-й день жизни. Вот, сейчас я подумала, наверное, нужно посчитать, найти 999 циферку, думаю, как-нибудь так, что-нибудь такое. Ну, хотелось, конечно, 3 восьмерки, я пропустила. Вот сидела сейчас, писала по календарю, все сбрасывала, все переписывала вот это вот, чтобы точную дату узнать, потому что просто 365 там и 365 там и так далее. Это не очень. А вот так вот это более точное. Короче, посчитала 990 день. 999 день. Это у нас будет 12 апреля 2020 года. Тут у меня календарик лежит. Короче, чуть-чуть я уже посчитала. Может быть, этот день хотя бы мы не пропустим. Серый бачок. О, понял кто? Волк, волчок, серый бачок. Представляешь? Ну что ты. Ну, не снимай, ради бога. Ступай к нам жить, они им говорят. Стали они впятером жить. Снимай! Да не снимай. Он мне рассказывает. Я, говорит, оторвал, мама заклеила. Был там? Да. Я заклеивал сначала, а потом. Думаю, а что смысл заклеивать, все равно потом отрывается. Так. О, а это кто такой? Дети. Кто это? Мишка. Мишка, знаю это. Мишка! Придет по полю медведь. Вот он. А я папа.
где тут папа? Нет. Папы здесь нет. Здесь вот смотри, бредет по полю медведь. Вот. Кто в теремочке живет? Вот папа. Да, вот это папа, а тут звери. Кто в теремочке живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка. Лисичка. Я зайка от всех убегайка, лисичка-сестричка, волк-волчок, серый бачок. А ты кто? А я мишка-косолапый. О, косолапый мишка. Косолапый. Мишка-косолапый. Они ему говорят, ступай к нам жить. Полез Мишка в теремок. Селапый. И Мишка, теремок развалился. Мишка селапый. Мишка косолапый. Вот Мишка косолапый. Вот, Мишка, пошел. Мишка селапый. Погоревали, друзья. А потом взялись дружно за работу и построили новый теремок, раньше прежнего. Ой, палка. Палка. Большая. Большая палка. Да. Бревно. Большая. Бревно даже палка. Целое. Большая. Бревно. Большая палка. Палка. Мишка сильная, видишь, какие палки носит большие. Большую палку носит. Так что вот смотри, вот тут мышка, лягушка, зайка от всех убегайка, волчок серый бачок и кто? Мишка косолапый. Видишь, в пятером, вот тут живут в пятером. Вот так вот. А что у тебя есть еще почитать? А вот там Морозко. Ты читал Морозко? Читал. Давай Морозко. Почитай. Давай почитаем Морозко. Читаем. Давай почитаем. Морозко. Ух ты, а что тут? Жила была злющая-призлющая женщина, и было у нее две дочери. Одна родная, а другая неродная. Падчерица называется. О как. Злющая женщина. Злющая. Злющая. Злая. Ну злая. Ну видишь, вот она злая. Злющая женщина. Родную дочку женщина баловала фруктами, конфетами кормила. Вау. Родная дочка все время капризничала. Ей пряник сухой, то конфетка не сладкая. Буба. Какая буба? Это падчерица. Буба. Падчерица же была добрая и работящая. Падчерица. Ну ладно, тебе еще рано об этом говорить. Падчерица же была добрая и работящая. Мачеху ее все время не любила. А потом отвезла ее в лес, а там бросила. Ну смотри, мачеха злая мачеха. Злая мачеха. Увезла девочку в лес и бросила в лесу. Сидит девочка под елкой. Под елкой сидит, под елкой коченеет. Вдруг откуда ни возьмись Дед Мороз. А это лошадка. Да, лошадка. Лошадка. Вдруг откуда Дед Мороз. Тепло ли тебе, говорит, девица, тепло ли тебе красный. Вот Дед Мороз, Дима, Дед Мороз. Он как тот Дед Мороз. И это Дед Мороз. Вот Дед Мороз. Белая борода. Борода белая. Белая борода, белые усы. Значит, Дед Мороз. Дед Мороз. Правильно. Это Дед Мороз. Видит Дед Мороз, девочка воспитанная. Решила у нее к себе взять. Ой, сейчас. Это девочка. Полы моет. Моет полы. Будешь говорить мне перину чистую наводить. Девочка все так хорошо сделала, что Дед Мороз решил ее наградить. Вот. Девочка, видишь, хорошо полы помыла, и Дед Мороз решил ее наградить. Чем он ее наградил? А вот смотри, отвел Дед Мороз девочку на поляну. Буба. Да какая буба? Это девочка. Почему буба? Это девочка. Девочка. Дед Мороз отвел Дед Мороз девочку на поляну в 12 месяцев. Все они сделали ей подарки весенние. Буба. Огромную корзину цветов, летних грибов, ягод и осенний мешок картошки. Ой, оказывается, они еще картошку. Папа. Тут папы нет. Вот Дед Мороз, девочка. А это 12 месяцев сидят. Дядя Мороз. О, смотри, кто здесь есть. Напоследок Дед Мороз зимний. Буба. Напоследок Дед Мороз и зимними месяцами дали ей тройку белых лошадей. Елку новогоднюю, сундук с нарядами. Посадил дед репку. Вот дед, видишь, дед. Посадил репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку с земли тащить, тянет, потянет, а вытащить не может. Вот дед, видишь, репку тянет. А никак не вытащит. Давайте смотреть, что он дальше сделает.
Позвал дед на помощь бабку. Вот, бабку позвал. Бабка за детку, детка за репку. Тянут, а вытянуть не могут. Глянь, какая репка. Не вытаскивается. Не вытаскивается. Вот дед тащит, бабка тащит, а репка не вытаскивается. Позвала бабка внучку. Вот внучка. Вот внучка. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, а вытащить не могут. Втроем тянут. Вот дед тянет, бабка тянет, внучка тянет, а репка никак не вытаскивается. Крепко сидит репка-то, крепко. Кликнула внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, вытащить не могут. Губик, губик. Крикнула жучка кошку Машку. Тянут, а вытянуть не могут. Буба, буба. Вот смотри, дед. Дед Мороз. Да это не Дед Мороз. Это просто дед. Просто дед. Смотри, а это бабка. Это бабка. Бабка. А это внучка. Внучка. Бабка. Да внучка это. Бабка. Она же молодая. Молодая. Вот бабка, вот бабка. А это внучка. А это жучка. Собака, собака, жучка. Хав-хав-хав, хав-хав. Собака, жучка. А это кошка. Кошка. Ой, внучка. Внучка, правильно, правильно, да. А это. Не бабка. Не, вот бабка, вот бабка. А это детка. Детка, бабка, внучка. Детка, бабка, внучка. Ей, Мороз. Да это не Дед Мороз, это просто дед. Просто дед. Дед Мороз вон стоит. А это просто дед. Дед Мороз. Смотри. Ой. Ой. Кликнула Машка мышку. Мышка за Машку. Машка за жучку. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Папку за репку. Дед за репку. Смотри. Тянут, потянут и вытащили репку. Мороз. Человечек. Человечек. Дим, папе, дай вот тебе здесь детали. А там еще что ли есть? Ну там две, Дима, чтобы он не разбрасывал. Дим, сюда иди. Ну что ты даешь? Где? Три часа тебя ждать, пока дойдешь, проще самой. И поиграйте с папой. Мы сейчас соберем. С папой это интереснее конструктор играть, чем с мамой. Наверное. Что, получился там лайчик? Человечек. Я не вижу второй вот этой штуки. Человечек. Человечек.